Маршрут по километражу не очень большой. Ну, в зависимости от того, насколько далеко нам получится заехать, это примерно от 70 до 80 километров. Я просто в гуще. Да уж. Вот это да! Надо разогнаться, ребят. Скорее! Что надо, главное, боком поставить? Не надо боком не поставить. Ребята, камень впереди. Немножко правее. Опа! Камень посередине. Уличные вот эти поездки. Спать днем, я не знаю, как спал бы он. Если бы днем у меня не спал, милое дело, можно было бы. Ну, лучше прошли. Хорошо прошли. Отлично. Так, посмотрим. План по Юлюзане. День 18. Да. И где же тот ручей? Ох! Волга, а мне 17 лет. Ой, как клево. Базовый лагерь будет в 12 часов. Ты что, с масочком? Вечером. Зачем тебе там? Вам нужно проехать, а не можно забить. Правее надо. Стой, давайте гребите, они с левой стороны. С левой, да, с левой. А прям в кусты нужно вообще войти.
нормально сейчас пока идем. Вон там на повороте нахуй я чувствую движение. К берегу. Гребем прямо. Гребите. Давай, оба борта. Оба борта. Гребем, гребем сейчас. А, вон на камень там, да. Все, сейчас оба борта. Гребите, давайте, 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 гребем. Чтоб не стесло. Все хорошо. И он там эту речь читает. Тут, да, как говорит, лажа какая-то. Хором, и, конечно, лучше хором, лучше хором, лучше хором. А, спасибо. Там сама разберет. Спасибо. Я тоже так говорю. Спасибо. Спасибо. Oh.